А раз у нас здесь занавесочка, значит, не уходи. Рух. Не получилось. Не перерезала. А вы можете услышать сейчас подготовку к косплей-сценке номер один от VR-косбенда. Равшанаму и Равшанаму, строительные монолиса, строят декорации, да. Зачем? Нет, начальника, нет! Ну, примерно так там происходит сейчас очень... Мини-сценка от Номана. Мини-сценка от Номана, да. В таком случае это не мини, это моно-сценка. Моно-мини-сценка. Моно-мини-мини-моно. Кто помнит слова? Я бы цуп-цуп парикаридола, да? Да, что-то там тынстандула, да? Тынстандула, да? Рано! В первом блоке, ну вы что, какой танцевать? Танцевать, еще мы еще не разогрелись. Еще никто не проснулся. Зал еще не весь собрался. Вот да, соберете весь зал, станцуем. Вот как только будет аншлаг, так же так сразу и станцуем. Они, понимаете? За язык никто не тянул, они будут танцевать. А легко. Ну давай. Когда аншлаг? Да, между прочим, сами не приняли, она бы станцевала. Вот поэтому билеты и не продаются у вас. Потому что не... Что значит не продаются? Смотри, сколько надо. Вот уйду я от вас. Уйди проверь, действительно. Иди проверь, может купи. Шавшанова лежит совсем она мертвой. Милиция, не звоним она? Не, совсем она, шалай-махалай. Итак, косплей-сценка номер один у нас. VR-косбенд. Да, мы можем объявлять, правильно? Да, 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 да. Ну, VR-косбенд, подарок для самого слабого. Fairy Tail.